Каково быть одним из лучших в стране педагогов? Это хорошо знакомо либерчанке Ирине Лисициной. На всероссийском конкурсе «Педагогический дебют 2020» она победила в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных учреждений». О своей работе и уникальном проекте «Люберецкое небо» Ирина рассказала нашему корреспонденту Александру Колганову. Лисицина Ирина Ивановна, Московская область. Испытания для участников всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2020» начались еще в декабре прошлого года. Более 1000 педагогов из 70 регионов страны, 2 этапа соревнований и 9 лауреатов в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных учреждений». Среди них заместитель заведующей Люберецким детским садом «Самолетик». Для конкурса Ирина Лисицина разработала проект «Люберецкое небо». Это проект по нравственно-патриотическому воспитанию, который направлен на работу образовательной, дошкольной образовательной организации, которая находится в микрорайоне новостроек. Он предусматривает объединение участников образовательного процесса, учащихся школ, педагогов, средств массовой информации, музея и работу, конечно же, авиационных предприятий, которые находятся на территории нашего городского округа. Жизнь Ирины с авиацией связана прочно. Ее отец – военный летчик-инструктор. Муж – пилот транспортной авиакомпании, бывший военнослужащий. Ирина говорит, что имя ее проекта определено самой судьбой. Впрочем, как и название детского сада, в котором она трудится. Наш сад функционирует уже 3 года. Ирина Ивановна работает практически с самого начала. Ирина Ивановна для нас тот человек, тот руководитель, к которому можно прийти, высказать свою точку мнения, ее услышат обязательно. Она для нас является ярким примером лидерских качеств и профессионального мастерства. В минуты отдыха от домашних хлопот и забот на работе Ирина пишет вот такие картины. Занятие живописью вдохновляет ее, дает силы и энергию для осуществления задуманного. В числе ближайших задач – реализация ее проекта «Люберецкое небо». Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.